Всем привет, с вами Алекс Саша, и это седьмая часть летсплея по игре Капитан Цубаса 2. Теперь мы играем новой командой японского чемпионата высших школ, Нанкацу. И нам придется пройти несколько команд, чтобы стать лучшими. Так, что же можно сказать о команде Нанкацу? Она имеет в своем составе трех игроков, которые имеют специальные техники. Номер 10. Мисаки. Обладает двумя ударами. Один удар через себя и один удар воли. Удар, я не помню, как он называется, но он мощнее даже удара через себя. Номер 9. Нитта. Обладает ударом с воздуха Falcon Shot'ом. И обладает тоже ударом в воздухе Falcon Volley Shot'ом. Также есть защитник номер 4 Ишизаки, который обладает техникой Face Block. Но ее очень трудно использовать, потому что поймать противника, когда он делает суперудар, очень сложно. Ну, довольно сильная команда, хотя вратарь не особо сильный. Но придется с этим как-то бороться. Что можно сказать о сегодняшнем противнике? Команда Каними обладает двумя игроками. Один из них защитник, Джито, обладает двумя техниками дриблинга. Одной техникой дриблинга, которая была у номера 5 The Gelo в бразильском чемпионате. Также он обладает техниками защиты двумя, которые будут, скорее всего, выбивать просто наших нападающих. И также он обладает двойным ударом со вторым игроком. Что можно сказать о втором игроке? Это нападающий номер 9 Сано. Он обладает ударом через себя, ну и сам по себе он сильнее, чем простые игроки в их же команде. Давайте начнем. Так, они разводят мяч. Да, здесь музыка изменилась теперь, конечно. Так, Ураби Мисаки блокирует. Ураби подкат. Выбивает мяч. И у нас мяч, оказывается. Так, дадим, наверное, пас сразу Нитте. Так, номер 5. Я даже сразу фалконшотом ударю. И первый гол. Сразу же первый гол. Фалконшот. Нормальный удар. Мощный, можно даже сказать. Так что этот вратарь его вряд ли сможет отбить. Так, Мисаки. Подкат, но все равно. Нет, не получается даже замедлить мяч. Так, мяч у Джито. Дает пас номеру 11. Так, и блокирует. А, он дает пас защитнику зачем-то. Через Кисуги. Куда-то на фланг дает. Номеру 3. 5 пас непонятный. Урай блокирует, пытается, не получается. Так, Такасуги попытается выбить мяч. Получается, и мяч у нас. Отлично. И Мисаки ведет мяч. Простой удар. Сильный удар. И это второй гол. Отлично. Два гола за короткий промежуток. Это очень даже хорошо. Так, Мисаки тейкл. Подкат, блин. Пока я путаю игроков. Я проходил, конечно же, игру где-то раза два. Но немножко подзабыл. Так, они как так быстро дошли до нашей штрафной-то, а? Изао пытается блокировать. Сано ловит мяч. Пас.
Кому пас-то, кстати? На фланг, что ли? Так и есть. Центрирование на номер 6. Ну, Раби сейчас, скорее всего, у него мяч отберет. А нет. Воли-шот. И Шизаки блокирует. Отлично. Номер 7 мяч. Так, ну я не буду выходить из ворот Морисаки, конечно же, потому что это бесполезно. Так, он ловит мяч. Пас. Сано, ну никого нету. А он ловит мяч. А он дриблинг делает. Удар по воротам, ворота пустые. Кишит отбивать мяч. Фу, угловой. А, кое-как отбились. Так, Сано подает. На Джито. И здесь три защитника. Кишизаки, точнее, три игрока, которые пытаются помешать. Так, мяч выбит. Но он остается у той же команды. Пас. Через Накаяму. Накаяма замедляет мяч. Изава замедляет мяч. Опять пас на Джито. Там только Такасуги. А он ловит мяч. Блин. Он дает пас. Да что-то как-то не странно вообще. Не хочет бить никого. И опять мяч в воздухе. Здесь Мисаки. Ну все. Мяч наш. Нет. Он пробрасывает мяч. Пропускает точнее. Он номер 7. Морисаки без баланса. Удар номер 7. Блин, это скорее всего гол. Нет, Морисаки отбивает. Но мяч все равно у них остается. Ну и никого нет, ну что такое-то? Номер 8 ловит. Морисаки убивает мяч. Но на номер 6 у нас вратаря нет на воротах. Удар головой. Никого нет на воротах. Это гол. Блин, ну мусолили, а? Не знаю, полтайма что-то пытались сделать, и не получилось. Так, ну кто поведет? Поведет, пусть, наверное, Нита поведет мяч. Так, Саной номер 10. Посумся с Морисаки. Блин, с Мисаки, блин. Язык мой, враг мой. Так. С Мисаки посуемся. Проходим. И у нас практически свободная зона. И делаем Falcon Shot. Falcon Shot, точнее, даже если сказать. Номер 8 блокирует. Вот это да. Ну и Зао попробует ударить головой. И это третий гол. И Зао забивает. Третий гол нашей команды. Отлично. Так. Так, теперь главное не пропустить. Примерно такой счет сохранить до конца тайма. Так, номер 8 пасуется. Правда, пасуется через Ураби. Но все равно проходит. Так, Кишизаки здесь. Надеюсь, он не будет пасоваться. Подкат. А он уходит. Это же Заки. Это удивительно. Джито воли шот. Блин, а. Штанга. Но Сано забивает мяч. Блин. Блин, а. Так, ну сейчас можно попробовать четвертый гол забить. Главное только, чтобы мяч не перехватили. Так, Пастаки. Пас Мисаки. Да откуда он там взялся-то? Его же не было.
Пасуемся с Ниттой. Удар через себя. И забиваем четвертый гол. Блин, мне кажется, надо было время все-таки потянуть. Потому что сейчас они же могут... Ну, хотя сейчас... Не, ну могут, могут. Но мы им не позволим. Так, не знаю, пас. А нет, он... Нет, он дальше ведет. Так, осталось дополнительное... Идет дополнительное время. Ура, Бино. Так, он сейчас вряд ли будет давать пас. Подкат. Он уходит. Мяч низко, но там и Шизаки есть. Мяч выбит. Отлично. Так, теперь надо быстро дать пас кому-нибудь из наших. Например, Кисуги. Да, кое-как. Все. Первый тайм закончен. 4-2. Сложный матч. Так, посмотрю статус. Так, теперь зато мы разводим мяч. Сколько сразу идет на него игроков-то? Четверо, не меньше. Так, но мы спокойно от них почти ушли. Да, почти ушли. Так, пас Кисуги дам. Так. Так, и там еще кто-то, да, номер... номер 10 перехватывает мяч. Ну, через Изава перехватывает. Изава перехватывает мяч. Отлично. Так, дадим пас Урабе. Так, а почему Кишида? Я Ураве пас давал. Так, теперь дадим пас Кисуги. Так, так откуда он там взялся-то, а? Номер 8 блокирует. Так, ну и Шизаки сейчас пытается отобрать мяч. Здесь он не будет давать пас. Подкат. Да он уходит, ну что такое-то? Удар. Марисаки отбивает. Мяч у Саной, никого нету. Сейчас будет удар через себя. Ну, 4-3. Ну, у нас же мяч был, а. Сейчас надо пятый гол побыстрее забить. Это мне не нравится, что они так резко окружили номер 6. Так, Джито пытается перехватить. Даем пас Нитте. Да откуда он взялся? Не было его там. Falcon Volley. Думал, уже номер 2 их не может отбить. Но у него ничего не получилось. Так, сейчас надо отобрать мяч и постараться потянуть время. Некоторое время. Извините за тавтологию, конечно. Так, Таки. Подкат. Номер 6 уходит. Саки блокирует. И мяч у нас. Отлично. Так, мы зададим пас Таки. Контратака. Так, центрируем на Кисуги. Это пас просто даже. Так, здесь номер 3.
Удар. С трудом, но отбивает вратарь. Так, мяч у Накаямы. И здесь номер 5. Так, надо дать пас. Изави. Постараться, по крайней мере. Мяч выбит. И мяч не у нас. Шизава попытается догнать номер 6. Не успевает. Мяч у Джито. Шизава пытается отобрать. Но у него это вряд ли получится. Изава выбит. Ну блин, ну... Он еще, я думал, он ударит еще. Центрирование на Сано. Но Такасуги здесь. Более удар. Блин, а... Четвертый гол нашего ворота. Так, ну сейчас будет прорываться Мисаки. Пасуемся с Нитой. С Изавой, чтобы уйти от номера 4. Непростой удар головой. Он с трудом отбивает. Как так-то? Так, кто будет подавать? Так, так и будет подавать у него самый лучший пас. Да блин, ну как это так-то? Давайте попасоваться. Так, где Джито? Мяч высоко. И вратарь номер 3. Блин, это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Вратарь выходит из ворот. Вратарь ловит мяч. И мяч у Сано. У нас только один защитник есть. Такасуги. Давай, Такасуги. Фол. Ну это даже лучше, наверное, даже. Так. Все, дополнительное время пошло. Так, он дает кому пас? Номер 3. Номер 3 дает нам пас. Так. Так, пас Кисуги. Центрирование на Нито. Блин, мяч высоко. Вратарь Джито здесь, но я ударю тогда. Мяч выбит. Мяч номер 11. Подкат. Мяч выбит. Это сбрасывание. Все. Время закончено. 5-4. Кое-как победили. Фу. Так. И игра вторая. Нанкацу против Экита. Так, Лео получили 6 игроков. Так. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И до новых встреч.